Приветствую вас. Я думаю, что результат терапии напрямую зависит от того, в каком ключе люди работают, да? И от того, например, зависит ответ на ваш вопрос, есть ли запрос к психологу, отслеживается ли реализация этого запроса и прочее. Например, в клиент-центрированной терапии вопроса как такового может и не быть. Человек просто не знает, что он хочет, и просто идет работа с его переживаниями. И в таком случае у человека после начала такой терапии начинает постепенно увеличиваться качество жизни. И, соответственно, это можно считать результатом терапии, хотя прямой связи между этими двумя вещами нет. Человек просто более, ну, осознанно, более включенно, скажем так, подходит к тем ситуациям, в которых он оказывается. В других школах стараются отталкиваться от запроса, и, соответственно, там результат основывается на выполнении этого самого запроса. Вот, поэтому, значит, чтобы отличить результат именно терапии от простого стечения обстоятельств, да, достаточно просто внимательности к тому, что происходит в вашей жизни. То есть, если какие-то действия стали, если какие-то результаты, какие-то перемены в вашей жизни стали результатом ваших действий, ваших выборов, ваших решений, то это, скорее всего, результат терапии. Вот. Но это касается принятия решения, то, честно говоря, очень похоже на попытку перенести ответственность с себя на других людей за принятие решения, ну, того или иного, вот. И, соответственно, для того, чтобы решение принять вам, и чтобы это решение было максимально корректно, необходимо разобраться, собственно, в том, по поводу чего же у вас сомнения, и сформулировать свое отношение к тем моментам, которые эти сомнения, собственно говоря, образовывают. Вот и все. Вы пытаетесь осознать и, соответственно, подвергнуть регламентации то, что не нужно делать, потому что то, что происходит с теми, кто пытается контролировать не нуждающиеся в контроле, ну, в общем-то, имеет достаточно негативный опыт. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.